привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Черно приглашает на проект девушек для Михаила Вырского. «Идеальный мужчина, – пишет она, – но не для меня. Мне нужны эмоции». Поговаривают о том, что предложение вернуться на проект одновременно с Габозовым получил и Алексей Самсонов. И что он поставил точку в отношениях с Юлией Шаулиной, все ради того, чтобы вернуться на Дом-2. Пара была уже на грани развода чуть больше года назад, но ребята помирились и воспитывают сына. На днях Самсонов опубликовал пост о депрессии и написал о том, что у него сейчас не самый простой период в жизни. Юля тоже написала пост о разочаровании в любви. Марина Африкантова и Рома Капаклы помирились. Они уже приняли участие в первом этапе конкурса «Свадьба на миллион». Как вы помните, недавно к Давиду Анташвили пришла его бывшая девушка Виктория Борисевич. Они решили начать отношения с чистого листа. Парочку отправили на остров любви. Также на Сейшелы отправилась Елена Хромина. Девушка уверена, что нравится Давиду и всячески его цепляет. Ольга Бузова вместе с подругами и Тимуром Батрудиновым отдыхает на закрытом острове в Таиланде. «Пройдите мимо нас», – пишет она, – «и простите нам наше счастье». Рома Гриценко опубликовал фото со своей семьей. Мама в кадр не попала, на снимке папа Ромы, а также два брата. Он пишет, что безумно любит их всех и скучает. У Вики Бонни роман с известным футболистом. Папарацци засняли ее в небольшом ресторане вместе с ним. Ольга Орлова в одном из недавних эфиров показала свою недалекость. После того, как мама Валерия Блеменкранца рассказала о том, что она приехала на проект в гости и ненадолго, Орлова спросила, кто же тогда должен нянчить маленькую Беатрис. Она не понимает, что у женщины за периметром есть своя семья, работа и своя собственная жизнь. Орлова удивилась, что Блеменкранц старшая не хочет денег и домовской славы. Элине Камирен придется провести в разлуке с дочерью целый месяц. Саша Задойнов отказался подписать разрешение на вывоз ребенка в Соединенные Штаты. Элина улетает в Лос-Анджелес по работе, а маленькой Саше придется остаться с бабушкой в России. Саша говорит, что ребенку не место в стране, которая агрессивно настроена по отношению к России. За периметром сошлись два бывших участника – Алиса Лединская и Ваня Барзиков. Ваня недавно расстался с Лизой Полыгаловой. Алиана Устиненко задалась вопросом, на кого же похож ее сын – на нее или на папу. Подписчики Алианы разделились во мнениях. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.